Всем привет, у микрофона Антик. Продолжаем играть в бесконечный режим Фростпанка на карте Разломы. Что у нас произошло? Опять благодарственная записка, да? Надежда вырастет. Хорошо. Это нас благодарят за то, что мы построили детские убежища. Эти дети туда заходят. И больше никогда не выходят. Так, ладно. У нас тут полно больных. Мы сейчас пытаемся побороть эту стихию. Надеюсь, что все получится. Так, люди кушают, все нормально. Голодных уже не так много. И разведчики пришли на замерзший пруд. Пошли дальше. Обломки машины. Значит, я хотел переходить в дома в скором будущем, потому что у нас скоро похолодание. Надо будет над этим подумать. У нас куча инженеров больных. Это еще беда-то, да? Да, маленько, короче говоря. Возможно, стоило все-таки... Ну ладно. Не буду я сейчас рассуждать, что можно было делать. Сейчас посмотрим. Где еще надо вышку поставить? Раз. Вот надо тут где-то ставить вышку, да? Это вот тут она будет. Скорее всего, надо сначала разобрать это все. Уголь. Ладно, повременим со следующей вышкой, пока не будем ничего предпринимать. У нас большинство болеет, так что их куда-то сейчас назначать смысла особого нет. У нас 5 рабочих рук здоровых на лечение. Пусть выращивают пищу. Далее, значит, тут у нас нет собираемых ресурсов, удаляем. Люди у нас потихонечку освобождаются. Я все-таки склоняюсь к тому, что надо построить еще одну тепличку. Сталилитейный завод у нас тут, да? Скоро будет. Да, это интересная, конечно, местность. Все впритык. Хотя, что построишь? Вот, получится как-то так. Ну и следующий у нас островок будет вот этот, потому что там дерево. Точнее, да, там будет стеной бур. Так, голодных все меньше. Хорошо. И сталилитейный завод изучился. Так, что же мне придумать? Дома, да, бараки. Улучшение санитарного пункта тоже было бы неплохо. У нас там получится. Ну, в принципе, перетерпим, да, этот небольшой момент. Так что давайте улучшение санитарного пункта. Так. Здоровый инженер-то вообще есть у нас? Есть. Пациент у нас не выздоравливает, просто... Просто жесть. 15 часов, 14 часов. Тут около дня. Да, все не очень хорошо. На самом-то деле. Эпидемия среди инженеров, это... Финиш, действительно. Так, закон-то у нас еще не скоро будет, да? Ладно, давайте, ребята, работайте быстрее. 26 больных. Так, у нас построилась еще одна палатка. Я бы больных туда засунуть, уже будет хорошо. Получится, конечно. Больные-то врачи не пойдут ведь туда работать. Пациентов нет вообще. Беда, беда. Собирается есть. Пустить.
Так, еще один инженер у нас остался. Так, разведчики идут. Все по плану. Сколько у нас там до окончания квеста? С вышками-то еще 2 дня. Ясно. Красная палатка. Пусть будет красная палатка. Паровые радиаторы. Забираем. Так, дредноут, это у нас паровые ядра, да? Пошли. Блин, 40 больных, это ж пипец просто. Это у нас еще не холода. Так, вышка у нас пусть отапливается. Так, ладно, давайте пока я закажу тогда сталелитейный завод. Пусть пока строится. Около 4 часов, неплохо. Вроде маленько рассасывается, нет? Они тут чередуются, постоянно пропадают. Так, среди вас здоровых нет вообще. Ладно, пока, в принципе, можно поставить мост до дерева, но придется стеной бур тоже изучать потом в срочном порядке, да? Так, что у вас там? Своевременное вмешательство. Ребенок опять там. Так, голодных-то у нас нет еще, да? Пока давайте уберем это все дело. Тут надо построить дорогу. Что-то опять не так с этой дорогой. Будь она неладна. Ну, тут я не соединил, да? Надеюсь, построит. Все, дальше идет похолодание. Так, да, 60 больных, нормально. Все, пришло время, короче говоря, нам помогать в палатках, чтобы дети помогали в палатках. Hear me, hear me. New law.
Да, к утру-то у нас еще не выздоровеет, да, не? 18 часов это долго слишком. А, будем надеяться на лучшее. Я думаю, что за эти сутки у нас многие выздоровеют, и потом у нас опять пойдут больные после похолодания. Снова будем справляться с этим всем непотребством. Так, давайте-ка. Дальше надо думать об угле. Уголь у нас закончился везде. Дальше надо сюда вот такие и туда. У нас как раз уголь по пути. Еще один мост. Дерево имеется, сталь у нас будет добываться. Выглядит так, как будто мы справимся с этой задачей. Нет, блин, все равно прибавляются. Черт, какая же боль с этими больными. Мне бы новую партию найти, побольше инженеров, было бы круто. Так, дорогу надо привести нам. Подождите. Опять с дорогой травлы будут сейчас. Забираем рез и идем дальше. Буря уже на горизонте, 12-й день. Это можно разобрать руками нам. Так, красная пла... О, выжившие, здравствуйте. Блин, надо их сопровождать, я думаю, что. Сейчас придут опять больные, надо будет новое ставить убежище для детей. Ну, в принципе, инженеры есть. Это хорошо. Все, сопровождаем. Тем более, что идти особо некуда. Ну, как бы есть куда. Но лучше я сопровожу. Ну, в общем, я думаю, что справимся, да? Как только новые инженеры придут. Побольше бы здоровых, как говорится. Тут я так и не понял, дорогу будут они ставить или нет. Блин, у меня сейчас палатки-то замерзнут и не будут лечиться. Точно. Это я не учел маленько, да? Пациенты 5 часов. Нет. Будет очень много смертей. Будет очень большое недовольство. Надо срочно ставить вышки. Так, порядок. Три угля, да? Ну, а пусть разбирают пока. В палатках прохладно. Все, угля нет. Ставим вышку. Что-то остается еще. А, тут еще уголь. Нормально. Тогда живем. Еще какое-то время. Так, обогрев. Все у нас замерзают. Ребятушки. Надо еще поставить, блин, палатки новые. Сколько их там? Получается 43, да? Значит, 5 палаток надо. Вон
Тут я, конечно, криво поставился. А, дерево-то я не хотел убирать, ведь да? Ну ладно, в принципе, что, дерево у нас дофига. Мост мы там уже построили, так что можно его уничтожить. Вот у нас тут нет покрытия вышек. Так, это три палатки. Пять палаток. Два паровых ядра. И улучшение санитарного пункта у нас изучается, да? 2-3. Охрененно просто. Так, меня, знаете, что заинтересовало? По поводу детей-то они тоже могут быть недовольны? Порядок. Нет, на них не распространяется действие башни. Так что оставим пока детей в покое. Так, улучшение санитарного пункта. Отлично. Так, стеной бур пока не будем. Бараки. Бараки. Что у нас там с похолоданием-то? Два дня осталось, да? Ну, потихоньку надо ставить бараки. Так что, я думаю, сначала изучим их. Потом уже стеной бур. Пока у нас лесопилки более-менее справляются с добычей древесины-то. Ну что, сейчас у нас в палатках помогают дети, плюс улучшение медпункта, так что я думаю, как-то мы должны вытащить эту ситуацию. Сейчас еще придут инженеры, так что у нас получается... Угу. Смена закончена. Так, что там опять произошло? Первая ампутация. Ну, пока не до протезов. Понятно. Так, ребята, давайте работать. Надежда растет. Обогреватель. Температура тоже растет. Или еще рано отапливать-то? А, надо было в этот день включить, да, отопление. Кто же знал там? 55 голодных. Скоро будем строить опять кухню. Один калека. Так, давайте, ребята еще придут голодные, да? Так что давайте на кухню назначаем работников. Пусть работают. И ждем пополнения. Что у нас там по койкам-то? 84 койки. Нормально. То есть буферные койки есть, можно будет строить бараки. Так, дальше. Дальше башня пойдет куда-нибудь вот сюда. Но пока строить мы ее не будем.
просто запланируем. Ну и парочку буферных палаток. Так, еще мосты надо строить, слушайте, давайте-ка мы пока повременим. Блин, еще бараки надо строить. Текучее дерево. И добраться до угля. Все, пришли 92 угля. Ладно. Все ясно. Я, конечно, построю еще одну палатку, но толку-то от нее сейчас никакого. Три часа там, да? Так, куча у нас рабочих рук. Хоть реально строили лесопилки. Сколько у тебя осталось-то? 1000? Давай, нормально, все будет. Так, где еще у нас лес-то? 600. Все-таки может тогда добыть вот этот лес тут небольшой. Далековато. Тут вряд ли она пойдет, хотя. Кто знает, кто знает. Пробуем разобрать. Нет, не пойдет оно тут. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Маленько я чуть-чуть дерево потерял, но это не страшно, опять же. Поставим лесопилку вот тут. И пришло потепление. Буря на горизонте. Здорово. Двое суток у нас на все про все. Что-то мне подсказывает, что не успеем мы ни хрена всех вылечить. Так, идет на лечение. 20 часов, да? Хотя... Не, не успеем. Кто-то останется. Блин, отсутствует поблизости 4 человека. Уже 5 человек. Так, смотрим. Вот у нас рабочий. Здоровый один человек всего лишь, да? Строит, блин. Пустить. Что у нас по законам? Трансплантация органов. Больные поправляются быстрее. Но у нас не так много трупов, чтобы это все принимать, блин. Всего лишь один труп. Да. Одну вторую пациентов. Одна четвертая умрет немедленно. Будет больше недовольства, но будет больше трупов. Опять же, трансплантация будет работать. Все это у нас взаимосвязано. Так, утренний сбор это у нас... Надежда возрастает, да? Давайте пока утренний сбор, блин. Нет, давайте пока трансплантацию включим, потом уже. Да, всего лишь одно тело.
Новые бури. Да. Бури будут открывать доступ к новым местам. Это мы знаем. Че, ребята, кушают? Да, кушают. У нас слишком много ртов. Может быть, даже вернуть охотничьи хижины, как вариант. Либо построить еще вот этих тепличек, но, опять же, паровые ядра будут нужны в будущем. Тут у нас маленько угля. Тут ничего нет. Испуганный пациент. Так, отрезать ему ногу. В принципе, давайте пусть он умрет, тогда у нас будет больше тел на трансплантацию. Если что. Правда, непонятно, возможно, трансплантация как бы она не тратит тела, потому что счет телам появляется только когда мы принимаем удобрение. Скорее всего, наверное, да. Какой-то пассивный такой. Пассивный скилл. Так, исследовать надо. Продолжать. Огромный кратер. Спят они такие 22 часа до прибытия. А бури у нас когда будет? Нет, не успеют они нифига. Тут у нас сколько? Один день, 6 часов? Нет, давайте. Пойдем домой. От греха подальше. Семьдесят пациентов, 27 больных. Прекрасно просто. Один час, 12 часов. Да, появляются все новые и новые больные. Потому что у нас прохладно. Слишком. Болезненная смерть. Так, недовольство у нас большое, надежда упадет. Недовольство, это был его выбор. Так, что дальше? Дальше чертежные приборы пойдут. Дерево опять ушло. Так, сюда побольше народу. Блин, так-то лесной бур надо еще. А, давайте достроим. Достроим эту штуку. Идет строительство. Сколько у нас буферных палаток-то? 42 свободные койки. Парочку бараков бы поставить. Было бы неплохо. Сразу отопление, чтобы все было хорошо.
У нас все болеют опять. Так, братья уже строятся потихонечку, да? Ну, сейчас как раз все свободные люди пойдут на стройку, видимо. Что им еще делать-то? Пусть работают. По 4 барака будем строить. И потихонечку дела у нас будут улучшаться. Ну, а что будет после бури? Это будет жесть, конечно. Сколько будет больных? Мне аж самому интересно. Тут у нас все болеют опять, да? Нет? Не все. Так, что у нас area разведчики-то? Успеют дойти до дома? Так, у нас будет через сутки уже. Ну-ка. Сколько вам идти-то? 14 часов. А сюда идти 11 часов. Нет, не успеют. Надо назад возвращаться. Они еще и с углем идут, да? Блин, надо срочно строить мост. Тут гребаные бараки эти. Расход угля у нас в день сколько? 300. Отлично. Как раз к буре и закончится, да, получается? Нам нужно больше дерева. Так, а добыча дерева у нас в сутки 259. Ночью, получается, построим мост. Угледобычек я так и не поставил в своей игре. А сейчас бы угледобычек, на самом деле. Было бы чем занять наших ребят. Ну ладно. У меня еще стали не хватит. Так, что у нас со сталью там? 33 всего лишь в день. Тут мы не успеем, черт побери. Придется разбирать склад. 15 стали это у нас. Склад как раз под уголь. А, подожди-ка, у нас же 150 стали, по-моему, да? Да, 150 стали, нормально. Я думал 200. Тогда не надо. Значится так. Дорогу к мосту мы проложим. Оставим тут пост. И все будет хорошо, может быть. Труд без конца. Обычная смена на 3 дня. 5 недовольства у нас усиливаться будет. Нет, сейчас нельзя так рисковать. Сейчас надо работать. Осталось 3 больных. Так, пришли у нас разведчики. Наверное, их я расформировать не буду. Пока что. Хотя мне свободные руки нужны. Распустить. Поставить приоритет, чтобы они строили уже.
Все, последняя ночь. Теплая. Чертежные приборы. Улучшенные обогреватели мне пригодились? Конечно. Так, по поводу угледобытчика. Надо его начать изучать тогда. Вдруг я не успею все-таки. Чтобы ученых заставить работать 24 часа. Сейчас было бы кстати. Так, смотрим, что у нас тут. Сортировку все-таки, может быть, обойтись без нее. Так, ну давайте пока увеличим надежду, там посмотрим. Без надежды тоже не выжить. Все, мост уже пошел строиться. Надеюсь, угля хватит. Так, ребята, пришли. Распускаем. У нас всего лишь два профиля. Надо уже после бури начинать тогда ставить завод, начиная строить эти профили. Потихонечку уже 11 день, у нас все до 50-го. Нужно сделать больных 2. Блин, долго они строят мост. Да, у нас теплица еще отключится потом. Все нормально. Значит, пост добычи сразу поставлю 2. Чтобы они в темпе его собирали. Этот уголь. Ну и дерево тоже пригодится. Можно поставить сразу еще один мост. До угля, только у нас шахты все равно нет. Так, ну и в принципе паровые ядра, да, потом будем собирать еще. Вот, ну я, наверное, все-таки... Блин. Либо бараки, либо мост. Пока бараки. Все, пошел у нас. Тепличек пока уволим. Строит, идет на работу. Не надо идти на работу. Так. Где-то у нас выживут, интересно. Понятно. Мороз. А толку их сейчас в палатке? В палатках тоже мороз. Тут тоже мороз. Где бы они ни были, они все равно будут под морозом. Так что бесполезно. Тут что, не мороз, что ли? Или там никого пока нет? Так, обогрев надо врубить тогда. Пусть собирают уголь. Без угля точно нам. Кранты. Что у нас в палатках с Игорем? Блин, это все ушли, да, из палаток? Сейчас посмотрим, как мы переживем эту бурю. Больных будет по сотню. А то и больше. Так, уголь собирается, это хорошо. Потери конечности, понятно. Что у вас там, обморожение, тоже понятно. Ничего не могу поделать. Всем трудно. Или вообще обогрев-то, наверное, бесполезно врубать. Хотя, черт знает. Сколько там градаций этого мороза? Пусть будет. Так, значит, адаптация. Органические удобрения все-таки пора, наверное, врубать. Hear me, hear me. New law in the city.
считай тела. Угледобытчик готов. Ну, пришло время стенной бур тогда изучать. Я думаю, что... Так, угледобытчик мы построим. Тут, наверное, мы его и построим. Так что появится, тут получится два поставить. Даже факт, что не получится, да? Может, так получится, нет? Ну, может, получится тут поставить, когда у нас уголь разберут. Так что давайте пока поставим так вот. Так вот дорогу проведем. И будем надеяться. Ладно, мост поставлю потом. Сейчас не до того. Все, начали погибать люди у нас. Народ в бешенстве. Терпите, ребята. Если можно было бараки строить пока вот все это время. И толку-то? Все равно мороз. Так, угледобытчик у нас будет работать. Это замечательно. Поставим пост добычи тут. Так, инженеры как раз умирают, да? Хреново. 123 больных, нормально. Ну ничего, мы в принципе две пачки людей нашли в пустошах до первой бури. Так что это понятно, что столько у нас проблем. На экспериментальном стриме у нас была всего лишь одна пачка. Довольство падает, отлично. Вот, значит, все палатки у нас начали работать. Людей лечат. Все по плану. Так, кончились. Кончились люди, да? Миграция животных. Так, у нас опять охотники не будут приносить пищу, так что нам как бы пофиг. Идет на лечение. Я думаю, мы выживем. В этой игре вообще сложно проиграть. Хотя, если мы не построим генератор, то... Конечно, будет больно. Обнаружено новое поселение. Так, ну по поводу, кстати, экспедиции, что-то... 205 человек, да? Сколько у нас тело-то? 5 всего лишь. Надо опять забирать народ. Так, давайте вот отсюда. Нам не к спеху паровые ядра, у нас их дофига. Так. Как раз дерево уйдет сейчас на экспедиции. Все, пошли. Пошли гулять. Так, вот эта штука, по-моему, как раз для экспедиции, да? Нет? Кто помнит? Значок там. Но я не буду, наверное, строить дороги. Я до сих пор не выяснил, что будет после бури, заметет там это поселение или нет, или оно останется. По логике вещей должно остаться, потому что если мы будем строить маршрут, то... Смысл тогда вообще, если заметет... Мне бы найти новую пачку инженеров.
Было бы неплохо. А что у нас там вообще по работе там? Вот, сейчас будет больше угля. Так, нет. И просто проверю, везде ли тепло. Вроде везде. Что еще надо? Дерево уже работает по нужному графику. Все, хорош. Что у нас там изучается? Стеной бур получается, да? Мост до угля. Минус 150 стали. Блин, слушайте, стали будет мало вот с этой штуки. Надо будет ускорять производство. Бараки надо строить еще. А, бараки в любом случае пригодятся, чтобы меньше было больных, так что... Пять буферных коек. Так, один уже тяжело больной. Что у нас там, 11 часов? Так, женщина опять на... Около тела мужа. Недовольство вырастет. Надежда упадет. Надежду ронять нельзя. Сейчас у нас лесопилки закончат работу. Мы не будем ждать, хотя, на самом деле, давайте вот так вот сделаем. Так, обогрев. Что у нас тут? 240, да? Все, нормально. Так, что у нас с углем? Добыча. Добыча меньше, чем потребление. Беда. Надо ставить больше постов. Мы, в принципе, не будем ставить больше постов. Возможно, придется изучить тогда угольную печь, как вариант. Ставлю вот так вот. Значит так, дальше. Новые холода через двое суток. Что же мне изучить? Лазарет было бы неплохой выход, да? Мы бы тогда просто в раз справлялись со всеми больными там. Термоизоляция. Так, теплички, что у нас там? Надо подумать. Блин, завод металлоконструкции пора уже изучать. Какого хрена? Давайте сначала лазарет попробуем. Потом как-то надо вообще вдариться в строительство генератора, потому что сейчас пока я даже не могу приступить к этому. Да, походу мне придется сейчас с углем-то что-то сделать, иначе он просто закончится. Блин, беда какая-то. На вышках уже прохладно, надо будет новые вышки изучать. Когда это все успевать, никто не знает.
Мы просто слишком много лесопилок обогреваем, поэтому у нас все печально. Два дерева тут осталось. Все, давайте разбираем эту лесопилку. Нафиг она нужна? Пошлем народ собирать уголь лучше. Так, ночью у нас только медпалатки работают, да? В плане отопления там. У нас 165 голодных. Черт, еда-то у нас ни хрена не выращивается. Что у нас там еда-то? Подожди-ка. Только охотники же, да? Это все хорошо. Надо удобрять будет. Так, утро наступает. И уголь резко начинает собираться. Да? Слабенько он собирается, блин. Все обогреватели отрубятся. Так, вот этих мы отпустим. Дальше тут отпустим больных. Чтобы все были здоровы. И удобрим одну тепличку. Один и два в час всего лишь. Маловато. Так, уволи тогда с этих. На кухне нужны работники здоровые. Срочно. Тоже дофига больных, блин, на сборе угля. Так, сталь там у нас собирается, да? Эх, сейчас бы детей заставить работать, но... Это время уже прошло. Здоровых человека. Сильно голодают 20. Так, пока разберу, наверное, все-таки эту лесопилку. Что нам могло бы помочь? Помимо сортировки. Пищи у нас нет. Дом опеки не поможет. Тут нужны пищевые пайки для бригадиров, так что тоже бесполезно. Недовольство усилится. Одна четвертая умрет немедленно. Я думаю, что... Блин, высокий уровень недовольства, да?
Ну давайте дом опеки, что ли, придется изучить. Ай, беда, беда. Хотя у меня сейчас тяжело больных-то и нет. Бутылку от этого дома опеки. Ну, давайте сторожевые посты. Так, у нас все отрубилось, да? Закончился уголь. Разведчики, пустое игло. Здесь делать нечего. Пошли в лагерь пока. Все больные. Уголь, сталь. Уголь — это хорошо. Только у меня еще не скоро разведчики придут домой. Горячие ключи, слушайте, а мы там еды возьмем как раз. И принесем в лагерь, да? Это может решить частично проблему. Но ненадолго. Так, они все-таки сырую еду таскают или все-таки готовят? Никто не знает. Ладно, дерево или сталь есть. Мост пока строить бесполезно. Столько древесина. Шахты угольной у меня пока что нет. Блин, а скоро придется поставить. Но сначала изучить. Ну что ж, ладно, на этом я эпизод закончу. Непонятно совершенно, что будет дальше. Спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Если вы ждете продолжения по этой игре на канале. С вами был Антик. Всем удачки. Всем пока.